Факты, которые ты точно не знал. Ближайший родственник тираннозавра – это курица. Один из 70 человек в этом мире ест свои козявки. Если вы читаете информацию о зевоте, вы сами начинаете зевать. Каждый день человеческий организм вырабатывает около 1 литра слизи. На создание каждого эпизода «Симпсонов» уходит 6 месяцев. Самый длинный боксерский поединок длился 110 раундов. Почему выпадают волосы? Стресс. Побочное действие лекарств. Неправильный уход за волосами. Причинами выпадения волос может быть недостаток витаминов и микроэлементов. Инфекционные заболевания. У тебя часто выпадают волосы? Вещи, которые не смогут сделать 98% людей. Движение пальцами ног. Прямо сейчас попробуйте пошевелить своим пальцем. Теперь попробуйте только одним, только небольшим и не мизинцем. Скорее всего, у вас не получится. Такое сможет сделать только 2% людей. Установка несколько будильников для пробуждения – вредная привычка для тебя. Многократное повторение циклов засыпания и просыпания приводит к проблеме со сном. У тебя потом может быть бессонница. У тебя может появиться хроническая усталость. Сил не будет хватать на все твои дела. Могут появиться прыщи и мелкие морщинки. Что будет, если грызть ногти? Под ногтями находится целый рассадник всевозможных бактерий и грибков. Во время откусывания ногтевой пластины ты можешь повредить зубную эмаль. Помимо бактерий и грибков, под ногтями могут находиться и яйца глистов. Что ты об этом думаешь? Пиши в комментариях. Факты о людях, которые любят есть козявки. Они считают, как же это приятно увидеть на пальце большую козявку, результат упорного 3-минутного труда. Также считают, что палец может лучше соскрести корки, а богатая бактериями высушенная слизь тренирует иммунную систему. А ты что об этом думаешь? Напиши в комментариях. Что будет, если родить в самолете? У ребенка может быть двойное гражданство. Ребенок может летать до конца жизни на этой авиакомпании бесплатно. Интересные факты о животных. Крокодилы глотают камни, чтобы глубже нырнуть. Полярные медведи могут бегать со скоростью 40 км в час. Язык синего кита весит до 4 тонн, как большой слон. Скорпионы могут ничего не есть 2 года, а клещи 10 лет. Жираф может развить скорость до 50 км в час. Самые тяжелые собаки – сенбернары. Их вес может достигать 140 кг. Эта женщина не мыла волосы 20 лет. И вы не поверите, что у нее было в волосах. Девушка отрастила себе длинные волосы до пола и сначала ухаживала за ними. Но в какое-то время она приняла решение, что она устала ухаживать за своим волосом и перестала мыть его. Сначала ей было очень неприятно. Голова и волосы чесались. Но спустя некоторое время она привыкла к этому, и она 20 лет не мыла волосы. И когда же стали смотреть, что у нее там находится, это был просто ужас. Там было очень много разных личинок червяков. Как часто ты моешь голову? Как ты относишься к этой ситуации? И что ты об этом думаешь? Напиши в комментариях. Ты точно этого не знал. Если вы будете жевать жвачку во время резки лука, то вы не заплачете. Щенки далматинцев рождаются без пятен. Вороны умеют качественно имитировать человеческую речь. Мангалица – это единственный вид свиней, покрытый длинной шерстью, похожей на овечью. Почему нельзя пить морскую воду? Натуральная морская вода непригодна для постоянного питья из-за высокого содержания в ней солей и минеральных веществ, для выведения которых из организма требуется намного больше воды, чем ее выпитое количество. Она может нанести вред для организма человека. Там могут содержаться вредные микробы. Может привести к отравлению. Это вещи, которые всех раздражают. Сейчас вам станет больно, ведь такая ситуация была у каждого. Открываете вы воду, чтобы помыть посуду, а струя воды попадает прямо в ложку и разбрызгивается по всей кухне. И каждый раз, как будто специальная ложка оказывается прямо под струей воды. Или когда кто-то кладет вещи не на свои места, вот прямо как здесь. Снаружи на коробке нарисовано, где должен лежать лук, а где картофель. Но что-то пошло не так, и их разложили по разным местам.